Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословение Господне на вас. Того благодатью, человека любим всегда, да не присно и во веки веков. Аминь. О ком я сейчас сказал? О Христе. И вот в субботу у нас наступает праздник Сретения Господня. Сретение – это от слова «встреча». Ибо каждый православный христианин должен встречать Господа в душе своей. И Христос не случайно говорит в Евангелии, глубоко не случайно напоминает нам в Евангелии через своих учеников, что вы есть храм Бога Живаго, то есть вы храм Бога Живаго. И действительно, каждый человек, образ и подобие Божие, имеющее в образе и подобии этом свободную волю и бессмертную душу, является именно храмом Святаго Духа. И мы с вами будем встречать этот великий праздник в субботу. В Нижнем храме Казанской иконы Божьей Матери, а я являюсь настоятелем уже двух храмов, потому что в Нижнем храме, Нижний храм Сретения Господня. 15 февраля у нас будет престольный праздник. В чем заключается этот праздник? В свое время, на 40-й день, Божья Матерь принесла младенца Христа, и ее встречали Симеон Богоприимец и святая пророчица Анна, которые никогда не отходили и ждали того, когда придет младенец-спаситель на руках Пречистой своей Матери. И вот Иосиф и Мария пришли в храм Господень, который был единым тогда, еще не разрушенным императором Титом, это событие случилось в 70-х годах, ибо по всей земле уже стали быть христианские храмы. И вот Симеон Богоприимец взял младенца Христа на свои богоприимные руки и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Он столько лет ждал, когда Господь Бог придет, и вот он принял Господа, встретил его. Святая Анна Пророчица, которая, конечно же, канонизована Святой Православной Церковью вместе с Симеоном Богоприимцем, она приняла Господа также на свои руки, на свои великие длани, потому что эти люди были угодны Богу. Они ни во что вменяли мерзость мира сего, а молились и ждали только одного – Спасителя. Вот так и мы с вами, если у вас есть желание, мы с вами вместе будем встречать Господа в нашем храме. К сожалению, поруганном, поруганная святыня источает еще большую благодать. Потому что святыню поругать невозможно. Ибо плевать против ветра и получать свой же собственный плевок в лицо, это, к сожалению, узаконено. Но тем не менее, давайте не будем плевать против ветра и пойдем встретим Господа 15 февраля в нашем поруганной святыне, но тем не менее великой и благодатной. Служба начнется в 8:30 утра. Приглашаю всех вас встретить Господа, ибо встреча с Господом – это благо каждой из наших душ. Аминь. Еще раз призываю благословение Господне на вас. И еще раз благословляю в который раз с ваших телевизионных экранов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.